Всем привет! Вы смотрите полезную программу, и с вами Марина Моргунова. Как бы так отдохнуть, не выезжая из Красноярска, чтобы недорого, да и на белом круизном лайнере? Думаете, это невозможно? Конечно, возможно, ведь прогулка на белоснежном теплоходе наверняка запомнится вам и вашей семье на долгие годы. А красота реки и просторы Красноярского края впечатлят любого путешественника. Некоторые не подозревают, какое счастье, что наш город стоит на такой потрясающей реке, а река – это магия, это совершенно иной мир, это не как путешествие на автобусе. Хотя и в этом тоже есть прелесть. И поэтому наши прогулки пользуются большой популярностью. Капитан готов отчалить. Если вы решили исполнить свою мечту и отправиться в круиз, вам необходимо выбрать дату. 3 или 17 июля, 15 или 22 августа, 4 сентября. Подробности вы всегда можете уточнить у менеджера. Продолжительность такого путешествия двух форматов. Короткая 5 часов и более длительная 10 часов, в которую входит двухразовое питание в ресторанном комплексе теплохода. Мы направляемся вниз по реке Енисей и в конце маршрута сделаем разворот в обратном направлении. Дети заняты на мастер-классах, а взрослые с удовольствием присоединяются к развлекательной программе на палубе. Всего вам самого сокровенного, здоровья, любви и, конечно же, счастья на долгие-долгие годы! День рождения, юбилей или свадьба. Мероприятие любого масштаба можно организовать во время прогулки на теплоходе. Мы с удовольствием приглашаем всех красноярцев и жителей Красноярского края окунуться в этот мир круизного такого отдыха, повеселиться, познакомиться, посмотреть город. Туристическое агентство «Калейдоскоп путешествий». Город Красноярск, улица Карла Маркса, 34. Телефон 242-58-30. Мы много раз говорили о зависимых людях и показывали совершенно разные истории. И пришли к выводу, что различные зависимости можно лечить в коллективе. Об одном из таких центров расскажем далее. То, что вы видите, это не занятие по конному спорту и не подготовка к спортивным мероприятиям. Эти люди когда-то страдали от разных зависимостей – игровой, алкогольной и самой тяжелой – наркотической. И сейчас они проходят курс восстановления в одном из реабилитационных центров. Физический труд здесь только укрепляет волю и дух. Девушки в основном занимаются посадками, мужчины с удовольствием помогают. Дрессировка собак – также обязательный элемент воспитательного процесса. Ответственность за живое существо и любовь к животным развивает новые навыки поведения. Вот и обед готов, а после – лекция, на которой подробно разбирают, как и почему стоит менять свой образ жизни. По всему миру и в России очень много страдают людей заболеванием алкоголизма, наркотиков и игромании. И очень много людей от этой зависимости погибает, потому что это именно болезнь, которая вырабатывается с течением времени, длительного употребления. И самостоятельно люди не могут с ней справиться без помощи специалистов. Виктор прошел долгий путь избавления от наркотической зависимости. Рассказывает, что еще ребенком попал в страшную ловушку, что впоследствии разрушило его жизнь. Моя внутренняя часть была разрушена, и внешняя часть была разрушена. Я физически был очень-очень в плохом состоянии. Попав в реабилитационный центр, надеялся, что через неделю его заберут родственники. Но быстро понял, что задержится здесь надолго. И вот уже 4 года он ведет здоровый образ жизни. Вспоминает, помогла обстановка, коллектив и свежий воздух. Отыскал он себя, невесту донимаю. И уже не тает снег над протянутой ладонью. Что ж так коротко наш век, называемый любовью. Теперь я выбираю здоровый, трезвый образ жизни. Реабилитационный центр счастья. Город Красноярск. Всю подробную информацию вы можете получить по номеру 214-25-74. На этом у меня все. Вы смотрели полезную программу. Оставляйте все свои вопросы и комментарии на нашей страничке ВКонтакте. До встречи!